Когда-то давно, в 2011 году, я захотел научиться подтягиваться. За лето я выучил несколько простых элементов, но тогда я считал их очень сложными. В 2012 году был в моде джимбара. Но уже тогда у меня неплохо получались силовые элементы. В те времена мы тренировали и джимбар, и силовуху, и динамику, и все мы это называли воркаут. В августе 2013 года я принял участие в своих первых соревнованиях по воркауту и занял второе место. И с этого момента я начал тренировать только силовые элементы.
2015 год запомнился мне сильным прогрессом. Тогда я начал принимать участие в соревнованиях и завоевывал много призовых мест. В 2017 году у меня практически не было свободного времени из-за учебы в университете, но тренировки я никогда не забрасывал. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. Trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. В 2018 году у меня появилась возможность регулярно тренироваться, и прогресс не заставил себя ждать. Восемнадцатый год запомнился соревнованиями в Ярославле, где я успешно выступил и занял первое место сразу в двух номинациях.
году я покажу свой самый высокий уровень. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал.